Я не могу контролировать как это, свой азарт, свою вот эту вот тягу к играм. По сути, это такая эндогенная форма наркомании. За любой вот такой патологией стоит, наверное, целая индустрия, которая провоцирует людей на то, чтобы участвовать в этом. У меня были большие проблемы с коммуникациями в социуме. То есть я не мог просто коммуницировать с людьми. Мне было это очень страшно, жутко прям. Лотереи, они существовали всегда, и часто государство за счет этого пополняло какие-то свои запасы. Если мы говорим все-таки о зависимости и о зависимом поведении, это все-таки патология. Эта программа «Все говорят об этом». В России миллионы человек сходят с ума, в основном школьники. Они круглые сутки тапают, то есть нажимают пальцем в телефоне на хомяка. Это игра, в которой якобы можно заработать деньги. И сегодня мы будем говорить об игромании. Сообщество родителей бьет тревогу. Их дети забыли про школу, здоровый сон и уроки. А всему виной хомяк в телефоне. Принцип игры простой. Запускаешь приложение, на экране появляется хомяк, и на него нужно тапать. За каждое касание игроку начисляются монеты. Хочешь больше монет? Приглашай друзей. Чем больше друзей играют, тем больше у тебя прибыль. Чтобы пальцы не уставали, особо хитрые игроки скупают женские вибраторы. Другие создают целые фермы для майнинга в погоне за эфемерным богатством. Ведь, по словам разработчиков, совсем скоро эти коины можно будет вывести в криптовалюту и заработать реальные деньги. И у нас на связи Александр. Здравствуйте. Добрый день. Вы игроман. Что это значит? Что значит? Игры в жизни периодически, постоянно. Вы чаще проигрываете или чаще выигрываете? Я не могу сказать, я не считаю. Но вы понимаете, что вы зависимы? Ну, в определенной степени желания. Желание, то есть, играть. То есть, вот, которое может быть, скажем так, в разрез с обычными потребностями, да, то есть человек. То есть выбор стоит между игрой и потребностями, и в пользу потребностей поиграть. Вы бы хотели избавиться от этой зависимости? Конечно. Вы что-то для этого делаете? Ну, я сам психолог. Психолог. Посещаю определенные курсы, но это не всегда эффективно, потому что происходит срыв. Сейчас вы понимаете, почему вы стали игроманом? Можете посоветовать другим, как не попасть в эту зависимость? Ну, дать совет я не могу, потому что это бесполезно. С моей точки зрения, если человек захочет, то он будет. Если он не захочет, можно его заставлять силой. Это будет бесполезно. Совета никакого дать не могу. А что, как характеризовать, что, почему? Не потому, что вот так получилось. То есть нет такой конкретики, почему. Не потому, что я захотел стать игроманом. Наверное, точно. Тогда я желаю вам избавиться от этой зависимости. Спасибо, Александр. Пожалуйста. Мы сегодня говорим об игромании, и это не последняя история игромана в этом выпуске. Сейчас я хочу напомнить о временах, когда игромания в России превратилась в эпидемию. Старики и старухи приходят, пенсии проигрывают. Вы посмотрите, что творится. Убирать их к черту надо. Казино для бедных. Так в 90-е и нулевые игровые автоматы преподносили российской публике. Их размещали на городских улицах, станциях метро и общественного транспорта, в продуктовых магазинах. Обстановка возле таких аппаратов хоть и не напоминала Лас-Вегас, зато была куда более демократичной. Никакого фейс-контроля, играть можно хоть в спортивном костюме. Да и сам аппарат не жаловался на мятые 100-рублевые купюры. Так я много-то не кидаю. 500 рублей, 200 рублей. Копейки, можно сказать. Никак вас это люди. Квартиры продают. Ну что, дорогие друзья, во-первых, спасибо, что пришли. Во-вторых, помним мы с вами это время. Это говорит о том, что потенциальных игроманов больше, чем открытых, потому что, ну вот сейчас возможностей стало меньше, стали меньше играть. Тогда действительно истории про то, как проигрывали зарплаты, они были на каждом шагу, так? Ну,
статистики сейчас отчетливой нет, но зато сейчас появилось гораздо больше возможностей у людей, используя мобильные устройства, пользоваться различными онлайн-казино и другими сервисами, которые позволяют свой азарт, так сказать, выплеснуть туда. Скажем, сейчас, действительно, соглашусь с Михаилом Григорьевичем, доступность всего, всей этой истории, она и провоцирует людей, скажем, все больше и больше участвовать. Насколько распространена игромания, по-вашему? Ну, смотря что понимать под игроманией. А вот мы в этом спросим у специалистов, что под этим понимать. Да, потому что в данном случае я, как педагог, например, могу сказать, что игра – это неплохо. И игра – это… Если мы учимся, играя. Мы учимся, играя – это самая естественная деятельность для ребенка, собственно говоря. У нас есть, например, в педагогике дидактические игры. Поэтому, когда мы говорим об игромании, да, мы должны понимать, какой уровень проблемы мы рассматриваем. Что вы скажете про этого хомяка несчастного, на которого нажимают миллионы школьников по всей России, может быть, по всему миру? Ну, на самом деле, действительно, посмотрите, это ведь проблема не только, например, детей, это проблема взрослых людей. Мы начинать должны в первую очередь с взрослых. Ребенок нажимает на, как вы сказали, хомяка. Почему? Потому что он видит, что то же самое делают его родители. И здесь, ну вот опять-таки, как практикующий педагог, например, я не замечаю, что дети вот прямо вот сидят и нажимают на него постоянно. Ну, хоть не на уроке, конечно же, дома они делают. На переменах, да, бесспорно. Серьезно, да? Да, ну что-то они там жмут. Это вредно? Лучше бы они бегали. Лучше бы они бегали, лучше бы они активно общались, потому что действительно, если мы вспомним, например, школьную перемену еще 10 лет назад, ну, скажем так, мы ходили по коридорам и немножечко прижимались к стенам. Потому что чтобы дети вас не сшибли. Чтобы дети бегали, дети общались, дети играли, дети прыгали. Сейчас тишина, сейчас дети сидят все на переменах и сами с собой общаются, точнее общаются со своими гаджетами. Игорь, по вашему мнению, насколько сейчас игромания распространена при абсолютной ее доступности, то есть доступности игры на деньги? Она распространена, но формат несколько изменился. И если мы говорим о такой волне лудомании начала 2000-х, середины 2000-х, конечно, ситуация резко поменялась. Тогда все-таки людей провоцировали на то, чтобы они проигрывали деньги. И это даже можно, так сказать, увидеть по количеству людей, обращающихся с этой проблемой. Все-таки нужно отличать обычные какие-то пристрастия. Так я потому у вас и спрашиваю, да, потому что вы знаете эту сторону проблемы. Азартное поведение все-таки может быть патологическим, а может быть в рамках нормы. Когда речь идет о какой-то обычной игре, или там люди играют, не знаю, в преферанс, или где-то, так сказать, в домино, в шахматы, или какие-то иные настольные игры. И, конечно, так сказать, тут проявляется их азартное настроение, вот, но все-таки патология, она серьезно отличается. И не случайно многие специалисты сравнивают вот такое патологическое пристрастие к азартным играм с разного вида наркоманиями. То есть, и по сути, это такая эндогенная форма наркомании, такая условно-рефлекторная. Кто-то называет это обсессивно-компульсивным расстройством, но тем не менее. Совершенно очевидно, что есть патологические изменения поведения, причем они настолько проявлены, что действительно можно сравнить поведение вот такого, с позволения сказать, зависимого с поведением героиновых наркоманов. И что они делают как наркоманы? Ну, это лживость патологическая, попытка, так сказать, каким-то образом деньжат по-легкому срубить, да, украсть у родителей, украсть, так сказать, у знакомых. И пустить это в игру. Конечно, конечно. У многих из них меняется, так сказать, мышление, они совершенно иначе мотивированы. Многие компенсируют вот такой дефект поведения разного рода вот такими сентенциями, типа того, что я, в общем-то, независимый человек, я не наркоман, я зарабатываю. Просто у меня не всегда получается. Вот, в некоторых они чаще случаях выигрывают или проигрывают, по вашим наблюдениям? Вне всяких сомнений, всегда в минусе. Михаил Григорьевич, что такое игромания, по-вашему?
Игровая зависимость или зависимость от азартных игр – это международно признанное заболевание. Оно входит во все классификации болезней и предполагает патологическую зависимость от участия в игровой деятельности, которая ведет к пагубным последствиям для семьи, для карьеры, для денежного состояния, для личной жизни, ну и в конечном итоге приводит к разрушению личности. Мы все играем, потому что мы homo ludens, человеки играющие, но где граница между игрой какой-то в телефоне, в преферансе или во что-то еще и зависимостью? Везде есть грань между нормой и патологией. Это то же самое, что с едой. Мы все едим, но кто-то ест патологически, так же и здесь. Мы все играем, но кто-то становится зависимым и зависимым именно от азартных игр, от участия в этой деятельности. И нужно понимать, что это, конечно же, не самостоятельное расстройство. За ним всегда стоит патология, которая заложена где-то в глубине личности. Через вот это патологическое пристрастие, в данном случае к азартной игре, к такой нехимической зависимости, человек реализует какие-то свои глубокие внутренние потребности. Но когда он становится зависимым, включается уже, собственно говоря, вторичная патология, меняется система поощрения внутри головного мозга, и человек уже зависим, потому что он зависим. Ирина, где, по-вашему, эта граница проходит между просто игрой и игрой зависимого человека? И как смотрящему нам определить, самого себя спросить, а я уже зависим или еще нет? Еще погуляю, поиграю. Первое, что отличает зависимого, это, в принципе, момент непризнания проблемы. Анагнозия, так называемая. Да? Скажем, объем времени, который проводит человек в процессе игры. Невозможно преодолеть уже, скажем, тягу так называемую, поиграть. То есть все мысли человека заняты одним. Я сейчас вот быстренько какие-то свои текущие дела доделаю и опять пойду играть. Да, то есть вот эти все нарастающие моменты, просто вот, чисто даже бытовые, они сигнализируют о том, что уже идет некая патология. Вообще, в принципе, зависимость это что? Она всю личность искажает, да? Дальше сюда включено еще объект, либо, если это психоактивное вещество, либо процесс, если вот это пресловутая игромания, и зависимое поведение. И, скажем, вот на эти моменты важно обращать внимание, но зависимый человек, он так, скажем, уже искажен. То есть он сам-то не поймет, что он зависим? Нет, все защиты психики обслуживают зависимость. Поэтому, скажем, для них очень сложно. Даже вот первый шаг, мы работаем по 12-шаговой программе. Подождите, скажите. Но дело в том, что большинство тех зависимых от азартного поведения людей, которые обращались ко мне, они вполне осознают свою зависимость. Более того, какой смысл им обращаться, если они ее не осознают? Они осознают, что они попали в какую-то ситуацию, из которой они просто не могут выйти самостоятельно. И они как на удавке. Потому что условно-рефлекторная зависимость, она действительно как при неврозе. То есть нарастает избыточное возбуждение нервной системы, его нужно гасить. Гасят они его при помощи компенсаторного поведения. Также курильщик гасит свое возбуждение покуркой очередной, да, ритуалом курильщика. Также точно и обсессивно-компульсивный пациент в данном случае гасит вот этим ритуалом игры свое вот такое внутреннее возбуждение. И когда мы говорим уже о патологии, как правило, она осознается. Так же, как курильщик осознает, что он зависим от курения. Ну да, он же понимает, что он курит. Ну, конечно. Он пытается бросить курить, но у него ничего не получается. Так и здесь. Человек пытается остановить этот процесс. Он же видит, что вся жизнь его, так сказать, идет наперекосяк. Он понимает, что он проигрывает деньги, он понимает, что у него проблемы в семье, проблемы, так сказать, в быту, на работе. Вот. Но сделать он ничего не может. Мы сегодня говорим об игромании. И через минуту в студии и еще одна жертва этой страсти. Мы сегодня говорим об игромании, и если казино в России не то чтобы запрещены, но их вынесли в 4 зоны, до которых надо еще добраться, то онлайн-казино абсолютно доступны в каждом телефоне или компьютере. Дернулся канат, и макака поймала банан. Сегодня я гуляю, бабки не влазят в карман.
Об онлайн-казино знают все. Большинство узнали о них из навязчивой рекламы в пиратских фильмах. Другие, в основном дети, с эфиров известных стримеров. Процесс напоминает посещение реального игорного заведения. Игрок пополняет лицевой счет через виртуальные кошельки или криптовалюту. Делает ставку, а также выводит деньги, правда, с большой комиссией и лимитом на снятие средств. Люди поднимают куш или просаживают деньги в тот же покер, блэкджек, рулетку, различные викторины с дилером или без. В роли крупье обычно выступает девушка. Во время игры с ней можно пообщаться в отдельном чате. А еще у нас есть куча всяких разных лотерей, в том числе государственные лотереи. И в них можно играть точно так же в телефоне, в компьютере. Не нужно покупать какие-то билетики и заполнять. Насколько, Михаил Григорьевич, это опасно? Насколько это провоцирует людей играть, проигрывать и становиться игроманами? Ну, конечно, за любой вот такой патологией стоит, наверное, целая индустрия, которая провоцирует людей на то, чтобы участвовать в этом. Кто-то этим страдает, кто-то на этом наживается. Ну, лотереи, они существовали всегда, и часто государство за счет этого пополняло какие-то свои запасы, используя вот такие пагубные страсти людей. Но здесь вот если посмотреть с точки зрения человека, попав вот в эту систему, он становится, ну, по сути, здесь уже говорили, беззащитным. И вот в момент появления вот этого влечения он на самом деле не осознает, что уже пора остановиться. Игорь, потом, коротко, по вашему наблюдению, вот это провоцирует то, что у нас в доступе есть онлайн-казино, ладно, бог с ними, но у нас лотереи, пожалуйста, всех приглашают и по телевизору их рекламируют. Я думаю, ситуация действительно изменилась с запретом все-таки вот таких вот офлайн, так сказать, вариантов типа казино и игровых автоматов, потому что то, что было, это было совершенно непередаваемо. То есть это был ужас, это был ад. Вот. На сегодняшний день, я думаю, в эти сети будут уловлены те, кто и должен в эти сети попасться. То есть, во всяком случае, какой-то изощренной провокации на государственном уровне нет, как это было раньше. Потому что, если вспомнить, кто занимался, так сказать, кто наводнил этими игровыми автоматами, игровыми зонами Россию, в общем, это ни для кого не секрет. Не только игры на деньги вызывают зависимость. В студии Никита, ему 23 года, и он игроман. Здравствуйте, Никита. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. А почему вы игроман? Почему вы считаете себя игроманом? Ну, потому что у меня есть проблемы с играми, с контролем. Своим контролем. То есть я не могу контролировать как это, свой азарт, свою вот эту вот тягу к играм. То есть я было время, когда я просто сливал, наверное, полностью свои деньги, карманные какие-то расходы, то, что я зарабатывал, то, что мне давали родители. Все полностью сливал в игры. А что вы играли? Играл я онлайн-игры, то есть онлайн-казино были, то есть которые как раз-таки в этих онлайн-казино я выбивал вещи для этих игр. Вот. Для игр каких? Других? Для конкретных игр? Да. Dota 2, CSGO, то есть такие вот эти игры, онлайн-игры. Ну, то есть ваша зависимость, она в основном направлена на игры, где что-то происходит, какой-то сюжет, если не просто мы нажимаем кнопки, и деньги попали или не попали? Не просто сюжет, то есть там что в одной игре, что в другой, то есть основа одна. То есть две команды, и задача каждой команды просто победить. То есть убить команду соперника. Как вы поняли, что миллионы людей играют в подобные игры по всему миру? Как вы поняли, что вы не просто играете в эти игры, а вы зависимы? Я это понял, скорее всего, когда начались проблемы в семье. То есть постоянные ругани, скандалы из-за этого, что я никогда не... Я постоянно сидел в школе, я думал о том, чтобы поскорее прийти домой, поскорее уже запустить игру, поскорее бы я уже все вошел в этот мир. То есть у меня были большие проблемы с коммуникациями в социуме. То есть я не мог просто коммуницировать с людьми. Мне было это очень страшно, жутко прям. Вот, до банальности такой пример приведу. То есть я когда шел в магазин покупать хлеб, перед мной стоит кассир, то есть я даже не могу сказать, дайте мне, пожалуйста, ту булочку хлеба. То есть настолько я был в себе, то есть настолько я вот был погружен полностью в тот виртуальный мир. То есть и я закрывал там любые свои, мне кажется, потребности, ну, кроме физиологических, возможно. Да, возможно. Вы говорите «был», то есть вы избавились от зависимости? Да, да. Каким образом? Когда я, скорее всего, поехал в детский лагерь, там уже появился человек просто в моей жизни, который мне показал, что... В принципе, есть другая жизнь, что я могу жить в социуме, я могу жить с людьми. Человек женского пола? А? Человек женского пола? Женского пола, да. Человек женского пола. То есть появилась девушка у меня когда. Насколько, Алена Вячеславовна, насколько, по-вашему, я еще раз вернусь,
подобные игры опасны именно для школьников? Насколько они их захватывают? Ну, вот я сейчас слушаю, и у меня вопрос был такой, в каком это было классе? Ну, примерно, сколько лет вам было? Блин. Ну, это было с 5 по 9 класс. С 5 по 9 классе, девятый. То есть я вот уехал в лагерь, то есть полностью. Ну, это как раз подростки, да. То есть вот если мы говорим, я не знаю, коллеги со мной согласятся или нет, но вот если мы говорим о младшей школьном возрасте, это не так выражено. Там все-таки контроль родителей посильнее. И вот это вот, скажем так, вот потребность в доказать что-то миру поменьше. И возможностей у тех же самых взрослых ограничить ребенка поменьше. А вот подростки, когда они уже начинают, скажем так, самоутверждаться, да, наверное, это действительно такая уже серьезная проблема. И здесь ведь игру можно рассматривать с разных сторон. Ну вот я просто так услышаю тоже коллег. С одной стороны, это уход вот в такую игровую деятельность. Это же возможность и снять стресс, там комфортно, значит, ребенку, чего-то не хватает вовне. Вот молодой человек тоже говорит, да, не было друзей, например. Да, или как-то вот коммуникация не складывалась. То есть там тебя понимают, там тебя принимают, там у тебя какое-то свое сообщество, там ты другой, там ты не боишься. То есть это снятие стресса, это своеобразная коммуникация с одной стороны. Но с другой стороны, когда идет разрыв вот этого внешнего контура, это, конечно, очень опасно. И у подростков в первую очередь. Игромания появилась задолго до компьютеров. Мы напомним вам историю знаменитых игроманов. Александр Пушкин играл в карты увлеченно и страстно. Помимо баснословных гонораров, «Наше все» однажды чуть не проиграл вторую главу Евгения Онегина. После гибели поэта его карточные долги, больше 100 тысяч рублей, были оплачены из государственной казны. Душевное метание Федора Достоевского успокаивало только одно – игра в рулетку. И свою знаменитую повесть «Игрок» он написал меньше, чем за месяц, чтобы покрыть очередные долги. Не был чужд пагубного пристрастия и Лев Толстой. Писатель не просадил все свое дворянское имущество в карты только благодаря сердобольной жене и литературному творчеству, которое увлекало его куда больше азартных игр. А теперь давайте о том, к чему мы шли весь этот выпуск. Что делать, если ты понял, что у тебя игромания, или ты понял, что у твоих близких игромания? Что делать, Михаил Григорьевич? Ну, я всегда говорю, что в первую очередь надо обращаться к специалистам и проконсультироваться с опытным, хорошим психологом или психотерапевтом для того, чтобы хотя бы определить суть проблемы, в чем она состоит, что за ней находится. И, конечно, работа с игровой зависимостью без работы психолога, психиатра, психотерапевта, ну, как правило, не обходится. Ну, кроме примера, например, Никиты, когда появился человек в его жизни, он был очень юный, тогда это в этом возрасте девушки действуют очень сильно. И могут перебить любую игровую зависимость. Это другая ситуация все-таки. Я думаю, что говорить о лудомании здесь не приходится. Это скорее такое протестное поведение с элементами азартного поведения. С таким же успехом он мог уйти в мир, так сказать, алкоголя или каких-то слабых. Или он в 5 классе начал какой алкоголь, что вы говорите? Ну, вы же помните нашу программу предыдущую с 11-летней девочкой. И... Здесь очень много зависит от компенсаторных возможностей личности. Если в ней есть механизмы компенсации, то человек может самостоятельно от этого избавиться, когда у него возникнет критическое осмысление того, что с ним происходит. Если же есть личностные проблемы, здесь необходимо сопровождение психолога и психотерапевта для того, чтобы укрепить здоровую часть личности и дать ей возможность опереться на себя, а не на вот этот виртуальный, игровой, азартный мир. Да, и если мы говорим все-таки о зависимости и о зависимом поведении, это все-таки патология. И человеку самостоятельно из этого состояния, из этого положения выйти практически нереально. То есть так же, как при неврозе, он сможет, может быть, компенсировать вот это поведение при помощи другой зависимости. Что очень часто происходит. Вот. Поэтому нужно, конечно, обращаться к специалистам. Ирина, ваш совет, кроме как обращаться к специалисту, что можно сделать, что можно сказать? Существуют реабилитационные центры, ну, тоже это обращение к специалистам, группы анонимных зависимых, да, то есть там можно просто прийти послушать, как люди справляются с любой другой зависимостью, да. А существует возможность также найти человека с большим опытом, скажем, воздержания от игры, да, ну, или трезвости, допустим, как это у наркоманов, и, скажем, заниматься индивидуально в такой форме. Но это не всем подходит, ну, тоже как вариант. Никита, вы через это прошли, ваш совет, ну, скорее, не вашим тогдашним сверстникам, которые тоже рубятся в доту круглые сутки, а их родителям, что они могут сделать в этой ситуации, когда понимают, что, ну, парень попал?
заинтересовать своего ребенка чем-нибудь. То есть чем-нибудь во внешней среде, вот во внешнем мире просто. Какую-нибудь секцию отдать в лагерь детский. Просто чтобы он нашел друзей, почувствовал какое-то единство с кем-то. Почувствовал свою нужность, значимость, обрел цели какие-то. То есть вот именно... Отдал куда-нибудь. Вот, то есть... Елена Вячеславовна, соглашаетесь как педагог? Я бы немножечко вот сдвинула в другую сторону, что ли. То есть родители могут предлагать, родители будут предлагать, но это опять-таки может вызвать протест и отторжение. Да? Согласен. То есть изначально, вот это мое убеждение, сначала вообще-то нужно поинтересоваться, чем ребенок занимается. И сначала нужно посмотреть, что он там делает. Возможно, поговорить с ним просто об этом, элементарно. Высказать заинтересованность какую-то, а вот уже потом что-то предлагать. Потому что если это предложить вот так вот сразу, это будет отторжение. Но если это у взрослого человека игра на деньги начинает мешать его жизни, то нужно бежать к вам, дорогие наши специалисты. Правильно? Ну, да. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. Пишите в комментариях, во что вы играете. Спасибо, что смотрели «Все говорят об этом» и смотрите еще.